Это наш оператор. Это кресло конек-горбунок, и не только кресло, вот какой-то вот приятный такой стульчик. Давайте посмотрим, что такое. Вчера, вот когда мы здесь были, вот этой штуки не было. Вот этой штуки нет. Что это такое? Сидели, наверное. Это балансирующий коленный стул, тоже нашего производства. Он предназначен больше, конечно, для подростков и для взрослых, для правильной осанки, для формирования. Не хотите попробовать? Что это? Это как? Это сейчас, подождите, сейчас. Попробуем. Это как? Это как им коленный стул, да, вы говорите? Это вот таким образом надо будет присесть, чтобы так. Коленями ага. Соответственно, здесь сидеть. Попробуйте. Мне интересно ваше мнение. Сейчас. Ага. Вот так вот, да? Да, совершенно верно. Ой, как хорошо то. Заключается в том, что у нас идет разгрузка позвоночника, да? У нас половина нагрузки, которая на позвоночник, распределяется на колени. Вот, что спасает нашу спинку. Плюс ко всему, динамичная посадка нам дает возможность, ну, балансировать, разминать спину, когда мы много-долго сидим. Это очень полезно для деток, соответственно, чтобы у них не портилась осанка. Вот, для формирования. Вы не сможете здесь сутулиться, потому что вы можете, рискуете тогда либо как бы отклониться назад, то есть это неудобно, вы вынуждены всегда сидеть прямо. Вот, так что такая замечательная вещь. Вот, ну и, соответственно, все, что для малышей, это у нас растущие стульчики наши замечательные. С растущими стульчиками мы познакомились вчера. Кстати, вы можете посмотреть вчерашнюю трансляцию здесь на YouTube и все это увидеть. Спасибо большое. Уникальная вещь, конечно же, для подростков, да, вы говорите? Да, это для подростков от 140 сантиметров идет. Если вы пропустили, не успели купить своему малышу растущий стул, и он уже стал большим, как бы, то для него будет актуально уже более рассмотреть вариант коленного стула. Балансирующий, да, стул. В любом случае, что-то от конек-горбунек вам предоставит что-то такое нужное. Спасибо, пошлите дальше.